Даша, расскажи, что сегодня в матче? Ну, может быть, при таком счете, конечно, сложно говорить о том, что что-то удалось, но тем не менее. Да, ну, я считаю, не удалось позиционное нападение в первую очередь. В защите мы, конечно, старались играть, обходить линию. Я думаю, были эпизоды, когда у нас прям защита была неплохая, но позиционное нападение, к сожалению, ничего мы не смогли сделать. Разве что вот Маша Будильник, которая была признана лучшим игроком матча, она прям хорошо себя проявила, лидерские качества. Ну и вратарь молодец, Аделина Баткова, да, спасибо ей большое. Забила, да, двойные сейвы делала, спасибо ей. А вот не страшно выходить против таких соперниц, там все-таки звезды? Нет. Или это интересно? Авторитет авторитетом, но нужно биться со всеми, играть со всеми. Наоборот, это определенный стимул, интерес играть с такими игроками на равных, в каких-то моментах их обыгрывать. Угу. Так что это, наоборот, только плюс и опыт. Ну вот о стимуле тоже еще. Понятно, что место у вас сейчас не самое высокое. Да. А вот тренер как вас мотивирует? Ну, как мотивирует тренер, говорит, играть от начала и до конца, то есть отрабатывать каждый момент, что защита, что нападение, неважно, с каким соперником мы играем, там, ЦСКА, Ростов, всегда биться от начала до конца, потому что только так мы будем прибавлять, выигрывать дальше наших соперников, которые нам по силам. Это на данный момент не с турнирной таблицы, но все же. А задача есть на сезон? Задача на сезон – это занять как можно выше место. То есть последнего места нам никак нельзя занимать. То есть мы будем стараться выше и выше, не последнего. Ну и поздравь всех с Новым годом. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, болельщиков, тренерский штаб, всех команд девчонок. Пожелаю крепкого здоровья, благополучия, искренней любви всем, и пусть мечты сбываются. Хорошо, спасибо, Даша. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.